Йо, друзья, всем привет, с вами Итан, и продолжаем мы играть в игру под названием Див, или Стив, или Тниф. Я думаю, вы не увидели разницы в произношении. В общем, игра War. Так, ну что, теперь мы можем после освобождения встретиться с Басса и уже обсудить дальнейшие планы. Давайте сейчас это и сделаем. Эта глава под номером 5 будет весьма-весьма такая... В стиле хоррор. Да. Ну, я думаю, вы все впереди сами увидите. Посмотрим, как будет играться. Но не знаю, пойдет ли это на пользу игре самой. Опять всех режут здесь. Но уже режут стражу. А до этого здесь сдернули озаренных, готовы растерзать человека, кто не с ними, включая меня. Лучше избегать любых конфликтов. И теперь будем против них мы биться, если можно так сказать. Так, ну что, воу, прям прыжок эпичный был, довольно таки. Погода меняется. Там гнездо. Ой-ой-ой, так, а нам... Можем улучшить. Вот. Yes. Смотрите, какой он прокаженный. Ребят, вы поглядите. Что-то у него с лицом. Блин, Гара, зачем ты трогал эту нечисть? Так, а мы здесь не были, между прочим. Поэтому должны там побывать. Без понятия, куда нас приведет эта труба вентиляционная. Какая-то новая карта. Да, здесь будет интересно. Ну, понятное дело, что отмычка. Так, и здесь, да, здесь ловушка. Ну, давайте тогда через шкаф пойдем в другую комнату. Мы накормим стражу их собственным лекарством этой ночью. Так, что открылось и где открылось? А, вот и щиток. Кстати, обратите внимание, что у Гаррета после той стрелы, который выпустил ловец воров, у него, значит, рука перемотана, то есть все так аутентично, без всякой фигни. Нифига себе, вот это спецэффекты. Тяжело уловить. Хорошо, что отмычки не ломаются. И хорошо, что нас на один уровень назад не отбрасывает. Хотя могло бы и так быть придумано разработчиками. Ну, если прокачать на самом деле все это дело, то будет взлом по-другому выглядеть. Это будет как в Скайриме, как я говорил. Уже более похоже. То есть щупы. Так, что за свиток? Заманить и развести. Блин, больше ничего интересного нет. Вот абсолютный голяк. Там наверху ничего. Ладно, пошли. Так, да. Больше ничего. Нет, я карту просто посмотреть. Может быть, я какой-нибудь ход упустил, но... Нет. Так, ладно. Ладно, погнали. Ой-ой-ой. Да, нас могут растерзать. А прикол в том, что нам нужно... От этих новых светильников у меня башка болит. Зато мы будем помирать. Нам как раз таки туда и надо попасть. Смотрите, тоже хороший подвальчик. Как-то нам до него добраться. Сейчас постараюсь найти путь. Он вообще слабенький. Даже ни разу нас не ударил. Хотя, я думаю, мог бы, если бы захотел. Блин, хочу попасть я в это здание.
Да, наверное, скорее всего, это будет через эту дверь происходить. Проникновение. Да, у нас тут также есть ящички. Сейчас их проверим. И, ну, просто на самом деле хочется подкопить побольше денег перед походу к торговцу. Мы, я думаю, возьмем какой-нибудь еще либо апгрейд, либо что-то еще. Так, и кое-что я забыл. На концентрации у нас вроде бы что-то есть. Так, несколько предметов. Так. Так. Давайте сделаем ускорение наших действий. Я думаю, это будет на пользу нашему геймплею. Хотя здесь прокачка довольно-таки несуразная, и она, в принципе, такой чисто визуальный характер имеет. То бишь, не более. Ну, не совсем туда, куда я хотел, попали. Точнее, вообще никуда. Ух ты ж, бля. Ох, блин. Суки. Вы посмотрите, что творят. Так, на всякий пожарный. Спрячемся. Вы посмотрите, какие твари. Нет, вроде никого нет. О. Блин, опять этот прокаженный мужик. О, зато смотрите, как я бить стал быстрее. Просто лепота. Сейчас этого еще надо уделать. Это круто, ребят, на самом деле. Очень полезный навык. И я рад. Довольно-таки быстро с ними разделался. С двоими, кстати, они, походу, нам и мешали пройти в другую область. Нет, там они до сих пор находятся. Вот суки. Так. Золотой грош возьмем. Там мы были. Постараемся сейчас обойти. Блин. А через верх нельзя никак. Хотя я в тени нахожусь. Они вообще там просто тупят, как наркоманы. Мы тем временем просто обойдем вот таким вот образом. Да. Все, поехали, друзья. Сейчас возьмем уже следующее задание. У Басса нам нужно будет в какой-то приют отправиться, насколько я помню. Куда? Блин, еще до Басса идти и идти. Я и есть подкрепление. Никого не осталось. Что нам делать? Мы друг, черт побери. Ай, ход есть. Да, ход есть. Почему-то я здесь вроде бы лазил, и надо по новой открывать болты, и для меня это... Ну, то есть я думаю, что я здесь не был. То есть надо тоже брать на чеку такую информацию. Иначе она меня сбивает с пути. Так, наверх. А здесь тоже такая ненужная... Блин. Придется вылазить. Здесь вообще бессмысленно, мы уже здесь находились. Черт, я думал, это обходной путь. Я извиняюсь. Но опять же, меня эти болты смутили, потому что я думал, что крышка будет открыта, если ты ее уже один раз открывал однажды. Но здесь такая система не прокатывает. Так, я пока что во тьме. Yeah.
Так, дропаем быстрее. Не получилось по-тихому. Но, по крайней мере, нас не убьют. Это хорошо. Еще одна загрузка очередная. Может быть, на сей раз мы дойдем до Бассо. Не знаю. Конечно, похоже на Deus Ex по конструкции самой игры, но это не RPG. Здесь нету эксплоринга, то бишь исследований каких-то. Твою ж мать, еще нам пилить и пилить. Постараемся пойти закоулками. Я и так, в принципе, особо нигде не лазю. Этого, да, этого оглушим, раз это можно. То есть не следую, знаете, вот так вот рутинно прям каждый закоулок, потому что я понимаю, сколько времени я на это все убью. И... Да, малыш, лёг отдохнуть. Буквально ненадолго. Так, кошелёчек. Твою ж ты. Блин, ну... Я не знал, что там, если честно. Либо надо... Либо там вообще нельзя находиться, и он просто автоматически умирает. Либо мне надо было вкачнуть навык падение с высоты. Быстрее, чем тень. Так, сейчас здесь стражник будет. Ну вот, опять мы до того места дошли. Сейчас я не буду прыгать здесь, как не знаю кто. Я, наверное, спрыгну вот тут. Нет, там можно находиться, но высота слишком большая. Так, что с картой? Это вообще куда ходы идут? Окошко. Нет, не пойдет. Я знаю, что такое окошко. Окошко — это плохо. Блин, какие-то просто дичайшие моменты. Все, дошли мы. И не прошло и 10 минут, на самом деле, даже 12 минут, вот мы только добираемся до самого... Ну, я как бы думал, что это все быстрее будет, потому что я не знаю, но тем не менее, мы вот только-только вот дошли, и то мы нифига не дошли, потому что там здесь еще 70 метров. Так, у нас будет немного экшона здесь. Там непонятно что. Здесь мы пройти не можем. Можем пройти вот тут вот. Кстати, здесь маг и кошелечек лежит. Сразу же рука вора в первую очередь к кошельку потянулась. Так, как бы нам здесь подняться? Нету там веревки никакой. Нет, веревки нет. Блин, ну для чего даже был придуман этот закоулок гребаный? Чувствуешь себя просто полным идиотом, бегая вот здесь вот. Так, там. То, что ты, мужик, уверен, ни о чем не говорит. Просто как... Так, вот, друзья, все, мы пришли к этому злачному месту. Там у нас будет даже возможность все купить и получить задание. Покой таверны. Значит, я могу сказать только одно, что эта серия будет дольше, я думаю, порядка 30 минут, потому что нам нужно начать задание и что-то попройти хотя бы. Подвинуться как-то по сюжету немножко, может быть. Бас, но ты почти похож на это человека. Надо сделать. Если выживешь после той дряни, что здесь подают, переживешь что угодно. Как рука? Вербит.
Как и чувство гордости, небось. Этому засранцу еще воздастся старицей. Помоги мне кое с чем. У тебя лодка еще осталась. Я бы на твоем месте снял здесь комнату и кувыркался бы тут с красивой девахой, пока все не уляжется. Мне нужно кое-что выяснить. Хочешь пополнить это запасы? Это насчет Эрин. Ну какая же ярмарка? Вот явно со звуком здесь серьезные проблемы, потому что друг друга они перебивают. Свистни, когда будешь готов. Я буду тебя ждать. Так, давайте пополним боекомплект наш. Хочешь пополнить запасы? Да. Так. У меня есть товар для темных дел. Ну давай, мужик. Инструменты. Балансир лука. Емкость ключа. Кожаный комбинезон. Урон от дубинки. Чё, друзья, будем качать? Ну, не знаю. Я вот думаю, что... есть, конечно, смысл качнуть... Да, качнем мы это. Чёрт побери, мы чё, лохи, что ли? Можно также купить кожаный комбинезон. Так, здесь максимальный запас здоровья, концентрация, цену мака. Так. Цель бесшумная. Да нет, пожалуй, не буду я этим заниматься. Единственное, если я смогу продать что-нибудь. Но у нас ничего такого нет. От этой погоды у меня ногу лопнула. Если тебе нужны деньги, у меня тут есть пару. Ну, давайте тоже выслушаем их. Так, это... Нужно заказов, так. Ты многое пропустил за этот год, Гаррет. Меня чуть не взяли. Хорошо, что я вовремя прилетел. Я стану нищим посмешищем. Кошмар! Давайте возьмем приступ безумия. Вот приют Мойры. Да, вот. Может быть, я можно знаю, все взять? Что тебя заинтересует. Ну, давайте приступ безумия выполним, там уже будет видно. Погнали. Не, наверное, даже можем все сразу взять. Так. Больной Вилли. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Да все возьмем. Я бы сам за такое взялся. Красивый глаз, Гаррет. Там уже определимся. Если тебя схватят, несчастному незаконщику. Все, пошли, друзья. Отправляемся к лодке. Да, вот в такие моменты осознаешь, насколько дорого и насколько бесценно время. Потому что 20 минут, я откровенно скажу, мы потратили в никуда. Но перед вами, наконец-таки, глава 5. Отверженные. Мы сейчас ее... А, ты готов? Начнем. Я вдруг вспомнил, почему ненавижу лодки. Да? Ну, а я ненавижу плавать, так что залазь. Нет, на веслах буду я. Из тебя гребец, как из меня танцор. Давай. Зарядка тебе не помешает. Покидаем мы чумной город. Отправляемся в еще более, наверное, злачное место. Вот это будет как раз-таки тот самый приют Моры, по-моему, да.
связь между Эрин и Мойрой. Мойра, да. Ты веришь в привидения? А? Духи. Но когда мертвые возвращаются и донимают живых людей, карают их за грехи. Ты думаешь, Эрин к тебе так вернулась? Не знаю. Наверное. Я помню ритуал, потом какой-то взрыв. Эрин погибла. Никогда этого не забуду. А все остальное пропало. Ай, Гаррет, брось. Я же знаю, ты не стал бы рисковать жизнью этой девахи. Она сама накликала деду. Все, высаживаемся и начинаем бояться. Здесь воцарилась странная тишина. Кто-то из пациентов сбежал. Это психбольница. Несколько лодок приплыли сюда. Ни одна не вернулась. Гаррет, не знаю, что ты здесь хочешь найти, но будь начеку. Сам не стань призраком. Я и так был призраком всю жизнь. Хуже уже не будет. Это 100%. У этого острова уже очень давно плохая репутация. Найду ли я тебя там? Не хотелось бы мне, конечно, что-либо пропустить. Походу. Так, вон я вижу окно. Нет, не окно, решетка. Так, что у нас здесь? Табличка. Ну что тут у нас? Сейчас еще правую сторону проверим. О, понеслось. Скрипы всякие. Блин, мне уже палевно, честно говоря. Шахматные фигурки. Ладно, меня кто-то ждет. Конечно, нас ждут. И двери автоматом закрываются, и шоу начинается у нас. Так, удерживаем. Глаза смотрите, опа! Ух ты ж, бля! Ни хрена себе! Нет, это жесть, меня аж проколотило. Что-то я даже не хочу дальше идти. Блин. Сука. Сейчас я отойду немного. Открывайся, поганая дверь. Женское отделение. Начнем отсюда. Кто-то смог удержать тебя под замком, Эрин. Сижу еще в наушниках 7.1. Трандец, это, конечно, полное погружение. Блин, меня аж реально хоть снимай их. Так. Здесь чисто. Ой, блин. Надо выпивать перед прохождением что-то такое крепкое. Да не будет это рекламой и пропагандой, но тем не менее. Мне кажется, нервов я больше погубил только что. Так. Опять шорохи, скрипы.
надо обыскать нам. Ни хрена нет, вот ни единого я не достал там, кроме этого гребаного амулета. Да, я же отмычки прокачал. И это нам что-то додаст. Книга. Новый пациент. Узнаете, содержали Эрин. Да. Здесь должны быть ответы на вопросы. Так, давайте посмотрим. Ай, глава 5. Так, ну, пациентка номер 18, молодая женщина. Центральный изолятор. Так. Здесь-то мы не были. Ну, здание закольцовано, поэтому я не думаю, что мы, если вот сюда пойдем, что-то потеряемся. Блин, мне уже я не могу, мне эти скрипы. Мне психика плохая. Черт побери, там какой-то подвал. Ну, здание довольно-таки большое, если честно. Обширное. Стрела нам не нужна. Блин, поскорее бы эта серия закончилась. Так, ну ладно, сейчас пошмонаем еще шкафчики. Видите, даже полезные вещи довольно-таки находим. И не полезные, и дешевые. Но... Так, здесь все. Хотя, видите, здесь, по идее, должен быть либо какой-то тайный проход в ту часть, либо я уже не знаю. Это у нас... Нет, это не выход. Не выход, друзья. Ни разу не выход. Здесь, короче, тупик. Сейчас туда в другой сектор зайдем. Так, где-то там она. Ух ты ж, блин. Так, здесь мы не были. Это нужен ключ. Барона. Почему дом презрения для него так важен? Здесь пойти до конца. Хранятся тайны. Добровольно, разумеется. Так, там у нас, значит, выход в основной зал. Что-то опять какая-то фигня происходит. Так. Ладно, сейчас откроем ящики. Спустимся вниз на лестницу, там обследуем. Ну и, наверное, весь... Ой, твою ж мать, вот я хрен больше буду в какие-то хорроры играть, это потому что очень плохо на меня действует. Там что-то есть на дне. Ух, так, пойдем-ка мы. Идем мы с пятачком весело. Еще ниже, еще одни ножницы, хорошо, хоть они не окровавленные. Тоже замок барона. Ключ надо найти нам. Ниже. Это типа шахта лифта или что? Как туда попасть? Нет, никак. Не так. Вообще никак. Записку. Так. Обошли мы дверцу. И я думаю, сейчас мы пойдем уже по проходу вентиляционному, который мы сейчас откроем. Так, стоять бояться. Лужа крови. Нас уже не испугать. Так, ну и, пожалуй, да, я пойду дальше уже в следующей серии. А это вот у нас довольно-таки быстро закончилось. Так что оставайтесь на канале. Следующая серия, я думаю, будет более интересная и такая нервотрепещущая. Всем пока!